Я не специалист по терроризму, я могу говорить об этом достаточно умозрительно. Да, терактов не было достаточно давно, в Волгограде опять всех потряс. Как с этим бороться? Очень просто. Максимально жесткую политику по отношению к возможным террористам. И здесь я, будучи оппозиционером этой власти, готов категорически и активно поддерживать власть в том, что сейчас сказано, что жертвы терактов имеют право обратить свои судебные иски не только на самого террориста, но и на его родственников, его семью и так далее. Положительный опыт был в Израиле, когда террористу давалось, я не помню, 10 или 20 тысяч евро, если он себя, шахид, взрывал на территории Израиля. После этого израильская армия приезжала на палестинскую территорию, полностью разрушала дом, в котором этот террорист жил. И терактов стало меньше.